Для полноценного ведения этих пациентов, конечно же, необходимо финансирование, и финансирование немалое. Пока мы не видим полноценного финансирования именно в нашем госпитале. У нас сейчас выделен, занимается с ними психолог. То есть помимо медицинской помощи, которую ведет их лечащий врач, еще и занимается с ними психолог. К нам поступают не нуждающиеся в острых хирургических каких-то вмешательствах, а более в таком удовлетворительном состоянии. Но психологически они, конечно, требуют поддержки.